Правоохранители завершили расследование резонансного уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, пятеро ранее судимых южноуральцев создали банду для нападения на ювелирные магазины. Роли участников были четко распределены и действовали, как правило, по одному сценарию. Все их визиты в магазины фиксировали камеры видеонаблюдения. К примеру, на этой записи видно, как вооруженные бандиты залетают в салон, и пока один избивает охранника, другие начинают забирать украшения с витрин и деньги из кассы. Как считают сыщики, в общей сложности им удалось совершить 9 вооруженных нападений на магазины по продаже ювелирных изделий и ломбарды. В ходе предварительного следствия изучены видеозаписи с мест преступлений, опрошены продавцы, охранники, свидетели и очевидцы. Возбуждено 11 уголовных дел. Все фигуранты дела находятся под стражей, известно своей преступной деятельностью. Они нанесли ущерб на 20 миллионов рублей.